привет! Меня зовут Юрий Самохвалов, я являюсь основателем и директором по маркетингу сети школы рисования и графика. Когда-то, когда мы запускали свой бизнес, мы столкнулись с такой проблемой, что у нас сначала было 5 клиентов, и информацию о них легко было запомнить. Но когда их стало 10, 50, 100 и так далее, эту информацию нужно было где-то записывать. И в данном случае, конечно, листки бумаги, блокноты, Google таблицы или Excel документы не очень хорошо подходят для такой задачи. Нужно было какое-то технологическое решение, какая-то CRM-система. И мы перепробовали на рынке большое количество, наверное, все самые популярные решения мы перепробовали и остановили свой выбор именно на Bittrex24. Что понравилось в Bittrex'е? Это не просто CRM-система для продажников, да, где ты можешь фиксировать сделки, фиксировать результат работы с клиентами, да, о чем ты договорился, когда кому нужно перезвонить. Это еще и возможность ставить задачи сотрудникам, это возможность с ними создавать чаты и, соответственно, диалоги вести. Это облачное хранилище, то есть можно хранить какие-то документы, базы знаний. То есть достаточно большой набор функционала есть у данной системы, который нам позволил достаточно хорошо развивать свой бизнес и настроить коммуникацию внутри компании. Вы все столкнетесь с такой проблемой и с такой задачей, которую нужно будет решить, как управлять вашими взаимоотношениями с клиентами. И, конечно же, однозначно вам придется внедрять CRM-систему, поэтому это один из важнейших, я считаю, этапов в развитии компании. Поэтому я бы всем рекомендовал обязательно как можно раньше начинать внедрять CRM-систему и как можно раньше начинать собирать данные о своих клиентов, потому что внедрение CRM-системы однозначно позволяет увеличить продажи, выручку, в целом сделать работу внутри компании намного более понятной, простой и удобной.